Как не переживать? Ой, вот слезы душат. Не понимаю. Добрый день всем собравшимся сегодня на знаменательном событии. Открытие мемориальной доски в память героям-землякам, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков, Близнецову Ивану, Нетесову Александру и Титаренко Ивану. Время героев обычно ты кажешься прошлым. Главные битвы приходят из книг кино, главные даты отлиты в газетные строки, главные судьбы истории стали давно. Сегодня день воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов. Сегодня день напоминаний о подвиге и доблести отцов. В канун Великой Победы в селе Сергиевском мы открываем мемориальную доску. Сегодня, 8 мая 2019 года, мы чтим память героев-земляков Близнецова Ивана, Нетесова Александра и Титаренко Ивана, защищавших родную землю и внесших огромный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Слово для открытия мемориального памятника предоставляется председателю Совета народных депутатов муниципальное образование Гиагинский район Самохваловой Али Гавриловой. Дети Великой Отечественной войны встречали войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Война застала их в больших и малых селах, дома и в гостях. Маленькие герои большой войны. Они были повсюду. Воевали на передовой линии фронта и в партизанских отрядах. Заменяли ушедших на фронт отцов на заводах и в поле. Их, детей-героев, было много. Обыкновенные школьники, отдавшие жизни за то, чтобы приблизить победу. И, конечно, сегодня очень хочется выразить огромные слова благодарности всем гостям, которые сегодня приехали на открытие этой мемориальной доски. Спасибо вам. А всем в эти праздничные майские дни хочется пожелать, конечно же, мирного неба, здоровья, чтобы родные и близкие всегда были рядом с вами. С наступающим Днем Победы вас! Слово предоставляется главе Сергиевского сельского поселения Владимиру Михайловичу Калинникову. Дорогие присутствующие, уважаемые гости, сегодня нам выпала честь почтить наших земляков, которые в связи с сложившимися обстоятельствами по инициативе жителей нашего поселения, по инициативе волонтеров депутатского корпуса, все-таки восстановили, поставили мемориальную доску. Пусть эти слова не будут высокими, ничто не забыто, никто не забыт. И еще раз всех с наступающим праздником Дню Победы 9 мая. Эта дата открытия, ну, как бы подошла к Дню Победы. Ну, всем желаю здоровья, и чтобы это в памяти у нас осталось и передавалось не только, чтобы это передавалось нашим потомкам, чтобы эти ребята, несвоевременно погибшие от рук немецко-захватчиков в годы Великой Отечественной войны, оставались в памяти нашими героями-земляками. Спасибо. Слово для открытия мемориальной доски предоставляется первому секретарю Адыгейского регионального отделения КПРФ и члену Центрального комитета КПРФ город Москва Сало Евгению Ивановичу. Прежде всего, вот в этот день
хочется сказать слова благодарности тем инициаторам, которые восстановили память о юных героях, двух Иванах и Александре. Само имя Александра символическое, означает мужественный защитник. Именно такими они были защитниками нашей советской Родины. Исключительно важно хранить правду об исторической памяти о наших героях. Только тот народ, который хранит память о своих героях, приумножает эту память и славу. Он достоин счастливого настоящего и светлого будущего. 74 года назад окончилась Великая Отечественная война, но, если так строго говорить, фактически Великая Отечественная война продолжается. Она продолжается теперь уже не между нацистской Германией и Советским Союзом, а между памятью и беспамятством. Вот вчера, может быть, кто-то из вас видел на телеканале «Культура». Речь шла о том, как сохраняются памятники советским воинам-освободителям в Болгарии. Памятники находятся, можно сказать, в плачевном состоянии. И очень разное отношение у болгар к воинам-освободителям. Один молодой человек по имени Манула, он даже заявил, что советская армия оккупировала Болгарию в 1944 году, а Болгария была на самом деле нейтральна. Но на самом деле это не так. К сожалению, наша братская Болгария была союзницей немецко-фашистских захватчиков, и пришлось нашей стране освобождать от оккупации Болгарию. Больше того, наверное, этот человек, если бы он знал о том, что летчик из Майкопа, будущий герой Советского Союза, Алексей Макаренко, которого вот он называет и подобных ему называет оккупантом, что этот русский оккупант, рискуя собственной жизнью на пикирующем бомбардировщике, преградил путь немецкому эшелону, который вывозил золотой запас Болгарии в Германию. Таким образом, сохранил его для этой страны. Поэтому нам очень важно сохранить память о каждом герое, защитнике нашей Родины и освободителе не только нашей страны от германского нацизма, но и всей Европы. Низкий поклон героям юным и тем, кто сохраняет о них память. Хочу также в преддверии Светлого Дня Победы, 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, поздравить вас всех с этим замечательным праздником, пожелать доброго здоровья, личного счастья и мирных дней, которым мы обязаны как раз вот таким юным героям. Спасибо. Спасибо. Это произошло в августе 1942 года. На кукурузном поле проходила линия связи немецких захватчиков. Ребята перерубили провод связи. Эти все ребята уроженцы хутора Шишкинского, но это наше поселение. Хутор был очень большой. Велись работы. И вот трое этих юнцов, вот так вот получилось, когда наскочили немцы, которые так называемые каратели. И вот эти трое ребят погибли. Чтобы вы знали, передавали из рук в руки, что у нас есть герои Великой Отечественной войны, наши земляки. Фамилии уже озвучивали. Это Нетесов Александр, Близнецов Иван и Титаренко Иван. Просьба, чтобы это передавалось из поколения в поколение, чтобы это осталось у нас в истории. Если у нас память будет жива, я думаю, мы будем жить не зря. Ну, вот эти. Почетное право открыть мемориальную доску предоставляется главе Сергиевское сельское поселение Владимиру Михайловичу Калиникову и инициатору, депутату ХСЭ Москаленко Елене Александровне. Человек живет во имя жизни, любит мир и близких, и друзей, остается память.
Это фактически здесь погребены эти ребята. Поэтому не только памятник, не только вот такое изображение, а это надмогильный, реальный знак. И как на Руси всегда было, это знак креста, который нас спасает и охраняет. И, естественно, все это мы осветим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.